Готовность объекта 95%. Детский сад в микрорайоне Рождественский на завершающей стадии строительства. Вместимость нового дошкольного учреждения 240 человек. В трехэтажном здании смогут разместиться 12 групп. К тому же здесь есть зал для занятий физкультурой и музыкой, ИЗО-студия, компьютерный класс и многое другое из того, что включают в себя современные требования и чего нет в других садах. Ну, во-первых, по комплектации оборудования, это самое современное оборудование, он приспособлен для маломобильных групп населения, имеется здесь лифт подъемный, да, который спокойно вас доставит до третьего этажа здания. Притом коридоры имеют нормативную ширину, вы видите, по ним при случае экстренных ситуаций легко эвакуировать детей. Это все также предусмотрено нормативами, стандартами, которые выдержаны именно в этом садике. Отделочные работы на первом этаже завершаются, второй и третий этаж готовы. Подрядчик свои обязательства планирует выполнить уже к концу ноября. Оборудование у нас все завезено. Отделочной работы вот остался один коридорчик на первом этаже небольшой. Ну, просто через него технологически все сейчас заходят, входят и мебель заносим. Поэтому и не доделано. Но это будет сделано на этой неделе, до пятницы. Клининговая служба наведет порядок, и садик готов к сдаче в эксплуатацию. Приемка запланирована на декабрь, лицензирование на первый квартал 2020 года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.